событию был отдан актовый зал Карачаевского дома совета. Недавно в этом городе состоялась презентация первого сборника детских песен на языках народов Карачаева-Черкесии и первый фестиваль детской национальной песни. Впервые за много лет дети пели на сцене. Автор сборника, инициатор фестиваля и один из его организаторов – карачаевская поэтесса Байдымат Кичерукова. Первого фестиваля детской национальной песни. В нашей республике такой фестиваль такого масштаба проводится впервые. Зал забыл о своих делах и шалостях и весь внимание. Ура! Спасибо. Первые звуки фестиваля – народные мелодии в исполнении известной гармонистки Светланы Выковой и дулиста Шамиля Хубиева. Самые маленькие его участники – ребята из детского сада Вики. Они пока не поют, но лезгинки танцуют со знанием дела. Шайтанчик, Аслан Чанкаев. Детский фестиваль без игры немыслим. И здесь получил возможность поиграть не только Аслан Чанкаев, но и начальник управления культуры Султан Сеитович Тимиров. Аслан в роли министра, а Султан Сеитович выступил в роли 10-летнего мальчишки. На сцене бабушка и внучка, Аполистан Алакаева и Зухра Данаева. Они исполняют сатирические куплеты о перестройке. Автор – бабушка. Шива.